Здравствуйте, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в музее современного искусства. У нас здесь проходит сейчас фестиваль на районе, и я вас приглашаю на ее видеоэкскурсию. Пройдемте за мной. Да, дома пачкают, да? Да. Знаешь, хулиганы, которые? Да. Вот так вот это они все, ты знаешь? Да. Но никто никогда не задумывался, для чего они это делают. Никто даже не мог предположить, что это, наверное, те люди, которые не могут, и руки у них чешутся. А что бы было бы, если бы известные художники родились бы в нашем 21 веке и рисовали бы граффити? И он попытался здесь выполнить идею с черным квадратом. Многие считают, что за черным квадратом что-то нарисовано. Так вот, Артем предположил, что черный квадрат — это и есть вот эти закрашиваемые черные квадраты, которые закрашивают ЖКХ. Сегодня у нас фестиваль граффити искусства. И цель этого фестиваля — показать, что любое действие человека можно возвести в ранг высокого искусства. Тут, мне кажется, и образование достаточно не надо иметь, чтобы понимать, что это Сальвадор Дали у нас здесь бафит. Все это останется как постоянная экспозиция на территории Музея современного искусства. Увидят эту экспозицию и первые лица нашей области, и гости из других городов, которые будут приезжать. То есть это проходная площадка, и ребята это ценят, работают с душой. Вот эта чудесная Анечка сделала вот эту прекрасную работу Ван Гога. Это Миша и Катя. Все мы помним русские сказки. Это какой художник, как его? Как? Беливин. И они сделали вот такую вот работу, где у нас будет стоять Иванушка, можем сказать, дурачок с наушниками. Супермен — это попса. Это чудесный КМ. Художник, который рисует у нас попсу на городе, да? Попсист. Здесь еще у нас есть интересный замысел. У нас есть наш друг Арсений Власенко. И это известный художник у нас в Ярославле. Вот, и Арсений выполнил вот такую вот работу. Здесь наш Кирилл, тусовки его называют вроде Сталин, нарисовал вот такого изумительного кита, который выполнен в технике поп-арта. Еще, кстати, будет группа играть. Захватывает дух, когда искусство создается прямо здесь и сейчас. Это будущее, и с этим надо смириться. Это уже искусство.